сети нету, блин. Эх, твоя мать. Тебе и мегафон. 27 километров до Кирова. И нету интернета. Ну ты идешь как-то, подруга. Ну, тетка. Кирова, я думаю, будут заправки еще. Посмотрим, что здесь будет. Ой, попал, рубит. Ладно, за этим глянем, что это за контора.
2 километра для расстояния. Да, его жестко нажимаю, перепущение. Либо этого же еще доброго пути тебе. Ну, тебе хорошей дорожки.
9.50 за литр. Танака 143 за литр. Находимся на круговом движении. Сыктывкар, Киров, Котельнич. Принимаем наличный и безналичный расчет, а также онлайн-переводы. Работаем круглосуточно, заезжаем, заправляемся. Скидочка 350 литров. Где же где парковку-то найти, блин? Охраняемая стоянка. Сейчас поищу. Охраняемые стоянки. Сейчас поищу. Да вы что, ребята, блин? Гипермаркет.
Да, попал я капитально с этим Кировом, блин. Да. Да что же вы все до 11 работаете? Ладно, поехали. 33 километра. Поехали. 43 минуты. Я думаю, на остальных участках будет, наверное, попроще. Ну что, друзья, поедете еще, нет? Принимаем на лечение.
как интересно, да, когда 15 канал работает. Заправляются все местные. Тут бодяжить не будут. Будут бодяжить, тут быстро голову оторвут. И ни хрена. Клиента облизывает. Поверните направо. Через 10 километров направо. Да, сегодня припозднился я, блин. Это обычная проблема. Найти место для ночевки. Парковки очень далеко. Уже темно совсем будет. Поэтому впереди камера на 70. Поэтому буду рассчитывать возле гипермаркета. Работает круглые сутки. Показывает до важного мечты моей. Смотрите видео и учитывайте мои ошибки. Я заранее не просчитывал место парковки, место заправки. То, что получилось.
ехать 30 минут. Так, а где эти фуры ночуют? Фотоаппарат, блин. Киров. Вот оно, но уже поздно. Это что за заправка? Так, я по 47 рублей заправился. То есть это заправка. Впереди камера на 40. А здесь 50. Ну, это дело не цена. Здесь можно было остановиться на ночевку. Ну ладно, Киров, посмотрим. Через 500 метров съезд. Поверните направо.
может, здесь увижу что-нибудь подходящее. Радар, ограничение 80. Это, по всей вероятности, объездная. Может быть, гипермаркет работает на объездной.
хреново, когда не знаешь город. Улицы не освещаются. Впереди камера на 40. Радар спину. Ограничение 60. Вот пойми. Знак тоже показывает 40. Да, поеду я, чтобы никому не мешать. Маршрут перестроен. Поверните налево, а затем поверните налево. Спокойно.
Маршрут перестроен. Хрен с ним с маршрутом с этим. Поверните налево, а затем поверните налево. Маршрут перестроен. Поверните налево. Через 200 метров поверните налево. Так, дай подумать, где же мне встать? Здесь я и встану. Ладно, остановлюсь здесь. Все.